даже не выходит. Потому что ее вел, основываясь на сферическом варианте Рильке. Вот. И это все будет по книжке Криса Гинзбурга. Смежности по группе Ивахори, ну и это
вот это один из фундаментальных методов Бахория, что само это множество двусторонних классов смежности. Оно, естественно, нумеруется афинным группой. Вот, и это афинная группа Веля, но с одной стороны она равна, изоморфна в полупрямому произведению конечной группы Веля на некоторую решетку. Не знаю, как это решетка называется, Q. Решетка по корней. Вот. Ну а с другой стороны, она является группой Кокстера. Ну, отвечает некоторому графу. Ну, есть с галочкой, с галочкой, это
провокативную группу, а это наоборот хор. Провокативную группу. Значит, нам еще понадобится внутри X подрешетка, какая-то присоединенная, и это просто прямая сумма по всем простым кардам. Вот, и нам понадобится группа P, конечная Абелева. Но это не множество простых корней, а это фактор X по решетке весов по решетке корней. Конечная. Абелева группа. Она на фундаментальной группе присоединенного фактора. Но есть, например, G равна S и N, то P равна G. Ванна. Чем важно P для группы SL. P это фактор решетки весов по решетке корней. Или же фундаментальная группа присоединенного фактора. Да. А если, например, G равно SOM, то же равно P. Правда, это, я неправильно говорю, прошу прощения, потому что я велел группе быть односразной, поэтому нужно писать спина. Ну а если спина, то здесь важно, давайте спин 2 плюс 1 напишешь. Какой присоединенный фактор у спин 2 плюс 1? Что? Ну да, присоединенный фактор будет SO 2 N плюс 1, а спирт дает двулистное накрытие. Вот, хорошо. Хорошо. Значит, теперь вот давайте поговорим про комбинаторику. То есть это такое отражение как бы с центром вебса. Отражение на альфа с центром вебса. Вот такие отражения
нам сейчас породят афинную группу Вилли. Вот. Но сразу же эта афинная группа Вилли, она действует на этом пространстве Е, и сразу же она приходит вместе с фундаментальной областью, это фундаментальный альков. И она тогда на пространстве, на множестве всех альков действует просто транзитивно. Значит, и эта группа афинна при образовании нашего афинного пространства Е, порожденная всеми этими отражениями. Ее действия, если у нас здесь какой-то элемент, это эпсилон, ну, не знаю, от Е равно Е, вот так вот. Значит, неподвижные точки отражения плоскость H или альфа, и если их все выкинуть, то останутся альфа, связанные компоненты E без всех. Значит, вот альковы между этими вершинами есть альковы. Вот. А вот есть грани, вот они отмечены, но они бывают двух типов. Значит, S состоит из двух S2. Если S3, то
на Гавайи пока. Стальков — это треугольничек. А у этих треугольничков теперь бывает три. Да, три. Грани. У каждого треугольника есть три типа грани. Ну и теперь давайте, вот мы в одном треугольнике как нарисовали, теперь давайте отражать. Вот отражаем относительно этой синей, оно синий остается на месте, красная переходит сюда, а зеленая сюда. Теперь поехали отражать дальше. Ну вот синяя перейдет сюда, зеленая сюда. Ну, потом красная сюда, синяя сюда. Но можно остановиться, да, или и продолжать? Я могу до конца пробовать продолжать. Хорошо. Значит, для шлемов Валькова А есть единственная грань, цвета S, да, она называется дельта S А. Да, вот, как видите, здесь у каждого Валькова есть грань любых цветов. Вот. Кроме того, мы можем в этой единственной грани такого цвета отразить, и получится соседний Вальков, но вот соседний относительно такого цвета. Значит, SA по определению единственный Вальков. Ну, как бы с той же гранью.
То есть, как бы, если мы отрастим тем самым действие с помощью группы, с помощью действия множества альбомов с эфирной группы Веля, то тогда и это будет та же самая эфирная группа Веля, которая действует на себя справа. Но геометрически эти два действия будут совершенно по-разному. Одно действие глобальное, ну, заданное эфирными преобразованиями всего пространства Веля, а другое действие локальное. Да, при том, как каждый альбом переходит в близкий альбом. Это не есть афинное преобразование всего пространства, но это и есть преобразование альбомов, так что простое отражение переводит каждый альбом в соседний альбом. Никогда далеко не переводит. Окей. Хорошо. Значит, теперь... Сейчас возникнет эта группа P, помните, которая была фактор решетки весов по решетке корней. Ну хорошо, вперед видно, что есть сдвиг, например, отсюда сюда.
который цвета грани сохраняет. Вот это зеленое сдвигается в эту зеленую, это красное сдвигается в эту красную. Окей. Вот это потому что это корень. Знаешь, старший корень альфа. Дальше это альфа плюс. Ну, альфа 1 плюс альфа 2. И это же равняется омега 1 плюс омега 2. Окей. И еще, например, трижды всякий вес взятый трижды будет держать решетки в хармии. Поэтому сдвиг на утроенный тоже будет сохранять все цвета. Хорошо. Значит, все это мы видим. По этой причине можно, вот у нас была группа Кокстера, система образующих, вот мы видим, что на ней действует группа автоматизмов P. Да, вот она образующая это переставляет. Поэтому можно рассмотреть полупрямое произведение. Расширенная аффинная группа Вейля, это будет полупрямое произведение конечной группы Вейля на решетку всех весов. Сама по себе аффинная группа Вейля, не расширенная, это полупрямое произведение конечной группы Вейля на решетку камеры. Значит, почему это так, я сейчас скажу. То есть я должен, иначе говоря, я должен вложить каким-то образом решетку внутрь этой группы Кокстера. Сейчас скажу, как это сделать. Значит, как вложить?
П. На Афинную группу Украины будем обозначать. Вот так вот. И тогда, значит, например, если мы хотим подействовать каким-то весом на имен группы Веля, а потом применить это то будем получать так, в котором применили W со сдвигом на X. На X. Вот. Теперь еще значит, раз у нас финный группа Веля является группой Кокстера, то из нее есть изображение длины. Складывается в сумму в произведение простых образующих отражений, его нужно взять минимальное, это длина минимального разложения. Оно разложение не одно, но минимальная длина определена k. Вот, мы ее продолжим на расширенную афинную группу Веля просто глупейшим способом. Скажем, что длина любого подкрученного элемента, она все равно остается такой, как бы. Миша. То есть вот все эти элементы P имеют длину ν. Да. Я прошу прощения за дерзкий комментарий, но у тебя 0 это натуральное число. О, да. Конечно. Имеем действие
соответствующая на октаву эпсилон 1. И это будет тау эпсилон 1. Теперь, значит, если Z
заменить гибрида афинная на расширенную, афинную алфа-бувеля, в этом определении получится. Расширенная афинная алфа-бувеля. Которая будет называться просто H. Вот она будет основным предметом наших уроков. Ее представление мы будем классифицировать. То есть, хотя ее определение сначала может выглядеть несколько менее естественно, да, но там мы начали с группы Вейля, и можно было пропустить все, что я говорил прежде, и вот сразу дать такое определение. А тут нужно вот рассматривать, что расширенная эфирная группа Вейля использует ту конечную группу P и все такое. Но геометрически, наоборот, вот это будет гораздо естественнее, и ее представление будет звучать легче. Они не сильно отличаются, когда группы E8 вообще никак не отличаются, но это, на первый взгляд, с более сложным определением, она будет более проста в изучении. Хорошо. Мне жалко стирать эту картинку, но она больше не пригодится. Я в следующий раз хочу ее стереть. Но оказывается, что вложение решетки весов в расширенную афинную группу Вейля, оно допускает деформацию. Значит, еще раз, вот эта H, она является квантованием деформации. Группового алгебра расширенного. Значит, когда содержит групповую алгебру решетки весов, и, как ни странно, это вложение выдерживает квантование. Есть такое вложение. Вроде бы, насколько мне известно, его придумал Иосиф Бернштейн. Но придумал давным-давно, в 70-е годы 20 века, 50 лет назад, но никогда не записал. Потом его записал Люстик. Люстик это уже. Ну, со ссылкой, естественно. Бернштейна, у Люстика все это подробно написано, а именно написано у Люстика следующее, что фиксируем какую-нибудь орбиту решетки корней в нашей плотной решетке. Да, то есть три таких орбиты. Да, вот эти вершины по модулю сдвигают на корне, образуют три орбиты, фиксируют какую-нибудь из них раз и навсегда. Например, такую. Вот, выберем в ней эпсилон. Например, вот такую вершину. Для любого веса положим x, это базисный элемент, да, то есть продвинемся x2 эпсилон минус 1 t x1 эпсилон для x1 и x2 очень больших, то есть генеральных весов, но таких, что их разность равна x. Только наоборот, x1.
минус x2, кстати, минус x2 равно x. То есть мы всякий вес, еще раз, раскладываем в разность двух доминантных весов и пишем ну, вот это, отношение соответствующих базисных элементов. Тогда факт, что это не зависит от выбора x1 и x2. Ну и тогда из этого сразу видно, что это гомоморфизм. И это вот искомое вложение решетки весов в квадрубки. Имея такую огромную коммутативную под алгебру в алгебре Гейке, мы можем как-то этим пользоваться. В частности, соотношение финной алгебры Гейке можно переписать ну, как бы с новыми образующими. То есть мы оставим внутри финной алгебры Гейке конечную под алгебру Гейке. Кроме того, ну, нужен еще один простое аффинное отражение, которое нам породит алгебру Гейке. Но вместо этого мы не будем брать простое аффинное отражение, а добавим вот эту решетку весов. Значит, вот теорема Бернштейна-Люстига. Значит, то, что характерно, кстати, они оба ездили на международную методическую олимпиаду в каком-то году, примерно, 1960-м. Не, может быть, 62-м, наверное. И там Бернштейн получил первую премию, а Люстиг вторую. Вот. После Бернштейна решил все задачи, а Люстиг чуть-чуть не решил. Значит, во-первых, если взять конечное подмножество элементов из нумерованных конечной группы Вейля, то они образуют конечную подавленную. Ну, с теми же образующими соотношениями, но просто для меньшего числа образующих, это очевидно. Это не в этом. Второе, то, что все эти ТПХ образуют подалку. Куповую решетки весов, но это мы тоже видели. Они доказывали. Вот. Дальше, если простое отражение, это отражение в каком-то корне, который ортогонален весу, весу x, то соответствующий элемент коммутирует. Т x. А если скалярное произведение x и альфа с галочкой равно единице, то тогда ts tsx ts равняется q tx. Вот. И, наконец, главное сказать о том, что вся алгебра H задается
Вот. И это мы доказывать не будем. Хотя это не так уж сложно. Ничего трансцендентного в этом нету. Вот. Но вместо этого давайте переписывать из левой части в правую. Утверждается, что вот эти соотношения можно переписать в единообразной форме, а именно ТС SX минус ТТХ ТС равно 1 минус Q на ТТХ минус ТТХ делить на 1 минус ТТХ минус альфа. Это уже не важно. И X, и S произвольны. Любой X, S, S, простого отражения. Ну, а тета минус альфа – это ну, тоже такой элемент для отрицательного простого корня. Ну, и это важное соотношение. Называется звездочкой. Ну, и давайте его проверим. Ну, ясно, что оно по иксам, так сказать, линейно. То есть, если выполнено для x и x4, то для x плюс x4. Поэтому достаточно доказывать какого-нибудь байса в решетке весов, например, для фундаментальных весов.
ТС на ТК СХ равно У КПХ на ТС плюс первый. А это равно ТПХ ТС плюс 1 минус У КПХ. Окей. И это значит, что ТС СХ минус ТТХ ТС равно 1 минус Q ТТХ. Ну и слава богу. А значит правая часть того, что мы хотим, равна 1 минус Q на ТТХ минус ТТ СХ делить на 1 минус минус альфа на 1 минус Q ТТХ минус ТТХ минус альфа делить на 1 минус ТТХ минус альфа. Но это линейно, потому что это 1 минус Q на ТТХ. Я думаю, что мы хотим. Хорошо. Теперь первое приложение этой большой решетки внутри расширенной афинной алгебры Гекке – это вычисление центра афинной алгебры Гекке. Ну, а именно утверждается, что этот центр содержится в этой самой решетке и просто равен ее W n вариантов, то есть конечной группе n. Это имеется в виду кольцо представлений Тора, но это и есть задача X. Групповая алгебра X — это и есть кольцо представлений Тора. Но то, что представляет характер, характер как раз решетка X. Вот. Но заметьте, что это же самое равно кольцу представлений группы G. Да, значит, кольцо претендикат представлений, ну, всех представлений, конечно, мерных группы G. Это W-N варианты в характерах Тора. Окей? Давайте докажем теперь. Вот, доказательство совсем несложное. Потому что центр зажат с двух сторон, и ему некуда деваться. То есть, с одной стороны, при Q равном единице, он специализируется в центр афинной группы Вейля, но центр, поскольку афинная группа Вейля это полупрямое произведение конечной группы Вейля на решетку весов как раз, то ее центр, очевидно, равен вариантам в решетке лежат в центре финала Гекке тоже, и
Ну, а с другой стороны, после этого мне было деваться. Сейчас мы это увидим, что называется лето на Каяну. Если мы знаем, что происходит переполом в единице, то ничего уже не попишешь. Да. Значит. Вот давайте, имея ttx, образующий элемент в решетке внутри алгебры Гекке, поставим центральный элемент z от ttx. Это просто сумма по архетипу Фавелия всех соответствующих элементов. Усреднение по группе Фавелия. Тогда, значит, из соотношения, которое я только что стер, следует, что ts на это sx плюс ttx равно θ sx плюс ttx умножить на ts. То есть, если мы усредняем то просто по одному отражению, то тогда усреднение коммутирует соответствующий образующий как конечный алгебры Гекке. Отсюда следует, что такие лежат в центре. Сейчас я это скажу чуть подробнее. Я хочу сказать, что это есть центральный. Почему? Рассмотрим. Z1 x это совсем глупое усреднение, просто сумма по всей группе веяния x. Но он просто больше этого в несколько раз. Например, если я декларировал в нулю, то он равен числу элементов группы веяния умножить на эту единицу. Так что они в сущности ничем отличаются. Значит, рассмотрим подгруппу, не подгруппу, а не подгруппу, как бы такое, множество классов, даже, кажется, представители в конечной группе Вейля. Есть подгруппа, порожденная простым отражением, параболическая из двух элементов. Теперь в факторе по ней, в этих классах смежности, есть класс смежности как короткие. Но есть длинные, есть короткие. Вот нас интересуют короткие, которые называют дубль баштрих. Это баштрих, что от умножения на s они удлиняются. Представителем это W' X плюс W'
это S, X. Поэтому мы видим, что Z1 от ZX коммутирует с любым простым отражением. То есть лежит C. Но правда мы хотели, чтобы не Z1 лежал, а чтобы Z лежал. Но это сейчас просто умножение на число Z1 от ZX равно порядку стабилизатора. Конечной группе веки умножить на тета на z тета x вот, но наш алгебра Гекке не имеет кручения, ну как z модуль, свободный z модуль. Если
у нас какой-то элемент Афиндамбра Гекки и после умножения на 1 минус Q попадает в центр, то опять из-за того, что Гекки была свободным модулем над Гаусианами Лорена и не имела кручения, получается, что и сам А тоже лежал в центре. Доказывается она по-другому, я все еще раз докажу.
А сейчас, сейчас нам важно знать, что это конечно произведенный модуль, а вся алгебра Гекки была как конечная алгебра Гекки помножить на такое. Ну и вернее, если может быть, кузовочка входит сюда, поэтому вот так вот. Короче говоря, тем самым получается, что вся алгебра Гекки тоже конечный свободно порожденный модуль над этим. Спасибо.